Финтех-стартапы в Азии получат рекордное финансирование. По данным CB Insights, компании, которая занимается исследованиями венчурного капитала, Азия получила почти 20% от всех мировых финтех-инвестиций. Основная причина увеличения объема и стоимости инвестиций в средствах крупных китайских компаний, работающих в азиатском финтех-секторе. Финтех-стартапы Азии получили рекордные 5,4 миллиарда финансирования венчурного капитала в прошлом году. В 2017 году объем инвестиций продолжает увеличиваться, несмотря на глобальный экономический спад в венчурных инвестициях.